пойдем вот сюда, вот в эту комнату зайдем. С нее, наверное, снимать горы лучше. Хорошо. О, я просто показываю. Пани Рената. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Так, это мы обнялись с пани Ренатой. Как хорошо. Это два человека, которые представляют великолепную компанию Натурана в Восточной Европе, да, не только? В Восточной Европе. Мы только на Восточную Европу с Ренатой. Понятно. Я думаю, что 99%-то наших зрителей вас знают, но кто не знает, 1% только присоединились, они вот вас увидят и будут теперь везде на выставках сразу вас узнавать, приходить. И я надеюсь, после нашего репортажа многие начнут работать с компанией Натурана. Отлично было бы. Миш, ну, пойдем, давайте. Я тебе покажу один вид из окна, ради которого, как сказала Рената, можно приходить на работу и работать. Просто подойди, чтобы ты посмотрел вот здесь. Ну, давайте посмотрим. Ох, солнце какое. Сегодня температура плюс 15. Да. А это вот мы здесь горы, в предгорьях Альп. Да. А, и вот видишь, там 25 километров замок. Вижу. А, Годенцоллер замок. Да. Ну, вот, плохо видно. Я-то вижу без айфона, а вот с айфоном... Ну, а внизу ты видишь определенные... Это ваши цеха. Да, цеха. Причем Натурана... Какой комнаты может быть действительно? Посмотри, Михаил, здесь, например, наш владелец, его хобби – это картины. Собирает картины. Собирает. Это что, оригиналы, что ли? Да, это все оригиналы. Это очень красивые картины. В каждой комнате есть другая, например. Это картина «Балет». Да, да? Ну, такая, это какая-то почти копия какой-то известной. Там посмотрите. Картины. Думаете, что это Дуглас? Не, смотри, тут росписи обязательно. Да. Ну, вот такие. Любитель балета. Да. Ну, и машин, и всего балета. Остального, и женского белья, и перуанской посуды. Так, это здесь у вас комната просто переговоров. Это весь этаж, комната переговоров. Давай покажем еще большую комнату. Где. Давайте, показывайте. Здесь, в этой комнате. Так, здесь это репродукции, как они здесь называются? Старинные. Рабочая комната здесь. Для моды или для индустрии? Что здесь, давайте. Так, здесь это тоже рабочая. Да, нельзя. Все надо показывать, неважно. Опять здесь находятся коллекции перуанских каких-то. Майя, ацтеки. Да, 1500 лет до нашей эры датируется. Так. Вот здесь вид в другую сторону. Так, здесь проходят у вас какие-то показы, презентации. Все наши премьеры, понимаете, новых. Новые коллекции вы показываете. Буквально через на следующей неделе у нас собираются все представители всех стран и будут... скажем, обсуждаться новые коллекции осень-зима 2016 года. Так, а из России вы кого-то приглашаете или вы как? Нет, я работаю в Сенате из России. Ага, это внутренние показы. Ну, вот. Сначала сами должны обсудить, что войдет в коллекцию, что не войдет, сделать свои собственные выводы. Ну, замок с другой стороны. Вот тоже цех Натураны. Да, вот это тоже, да? Да, это Натурановская. Кстати, в принципе, в этом городе вот все вот эти вот дома, и те дома, и там дома, это, в принципе, все входит в концерт. В Натурану, да. Здесь живут же и рабочие, и так далее. Рабочие, то есть, например, это самое крупное, этих... наверное, у вас предприятие в городе, да? Одно из градообразующих, можно сказать, да? Да, есть еще одно предприятие. Одно из градообразующих. И вокруг находится и Филина. Чуть дальше. Помнишь, это же предгорье Альп, это всегда была житница легкой промышленности Германии. Отсюда кузница. Кузница, да. Отсюда же создавалось понимание легкой промышленности вообще и белья в Германии. Да. Так, идем дальше.